После ареста в Рио-де-Жанейро ирландский олимпийский функционер Патрик Хикки решил временно покинуть все занимаемые должности. Члены исполкома МОК, главы Олимпийских комитетов Европы и Национального олимпийского комитета Ирландии. В Международном олимпийском комитете с уважением отнеслись к такому решению, однако подчеркнули, что придерживаются в отношении Хикки презумпции невиновности. 71-летнего ирландца арестовали в Рио-де-Жанейро в среду утром. Во время задержания ему стало плохо, его направили в больницу. Его обвиняют в махинациях с билетами на игры Олимпиады. По данным следствия, он передавал посредникам билеты, выделенные Ирландскому олимпийскому комитету. Те продавали их иногда в 20 раз дороже номинала. Сейчас единственное, что я могу сказать, мы ожидаем прозрачного расследования со стороны полиции. Давайте сначала дождемся результатов, прежде чем что-то комментировать. Предполагаемых посредников, также ирландцев, арестовали в Рио еще накануне. Хикки известен как последовательный защитник принципа отделения политики от спорта. На фоне допингового скандала он активно выступал за допуск российских спортсменов на Олимпийские игры. Некоторые деятели российского олимпийского движения отметили, что арест может быть связан именно с этим.